Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Собственно, 3 дня мы с вами не виделись. Надеюсь, то, что вы отдохнули от меня, прекрасно провели, собственно, эти выходные, поскольку, как вы знаете, не могли не обратить внимания, начиная, собственно, каждый новый месяц, у нас сразу же встречная мощнейшая статистика американского происхождения. Это данные по состоянию рынка труда, non-farm payrolls. Если уж мы с вами давно стали отводить каждому отчету очень значимую роль сейчас в оценке вероятности изменения монетарной политики, то понятное дело, что такому релизу, как non-farm payrolls, безусловно, удастся повлиять на вот этот позиционный слом и изменение настроений в отношении планов и общего позиционирования по ужесточению политики в Штатах. И я не сомневаюсь в том, что non-farm payrolls, который с большой долей вероятности все-таки сможет нас порадовать, а если и мы и увидим слабые цифры, мы знаем, с чем их стоит связывать. Не забывайте про последствия стихийных бедствий, штормов, которые обрушились в прошлом месяце на американское побережье. И изначально мы с вами готовились к тому, что эти последствия, безусловно, повлияют и на состояние американского рынка труда. Поэтому, скорее всего, каким бы ни был отчет, с руководствуясь, опять же, здравым смыслом, логикой, это все равно будет та статистика, которая в большей степени подогреет интерес к предстоящему заседанию, декабрьскому, точнее, заседанию ФРС, с точки зрения того, что это будет то заседание, когда американский регулятор снова поднимет процентные ставки. О долларе мы, безусловно, поговорим, тем более, что в четверг и пятницу у нас было несколько важных релизов, и они в целом только поддержали аппетит к трейдингу долларом в преддверии, опять же, изменения вектора монетарной политики, а точнее подтверждения приверженности прежнему вектору, направленному на разгон процентных ставок. Также в конце прошлой недели у нас по новостным событиям отметился евро, поскольку у нас была возможность послушать главного экономиста Европейского центрального банка Питера Пратта, у нас была возможность послушать выступление и в целом позицию монетарного руководства Банка Англии, это и Карни, и тоже главный экономист Банка Англии Энди Халден. У нас была возможность взглянуть еще и на статистику по экономическому росту и обратить внимание на несколько релизов по нефтянке, которую мы традиционно с вами анализируем изо дня в день, поскольку также являемся фундаменталистами по этому активу и строим наши долгосрочные инвестиционные идеи, оценивая изо дня в день те события и тот новостной фон, который характеризует и этот сектор финансовых рынков. Собственно, друзья, эта неделя еще более изобилует макроэкономическими событиями. Можете посмотреть, так пробежаться по основным, наиболее значимым релизам. Если лень это делать и не знаете, на что стоит обратить внимание, тогда вас приглашаю сегодня на вебинар, который, как и всегда, состоится в 16:30 по московскому времени. Мы традиционно еще раз разберем основные события прошлой недели, еще раз подведем итоги реакции активов, поведения инструментов на эти события, посмотрим на те события, которые грядут, собственно, до конца этой недели, и попробуем определить среднесрочные ценовые ориентиры на предстоящую, то есть на текущую неделю. Это, безусловно, не самая, скажем, прямая рекомендация, указание к действию. Я надеюсь, то, что вы все прекрасно понимаете, что все-таки это лишь моя субъективная позиция того, что происходит. Я стараюсь строить все эти инвестиционные идеи, отталкиваясь от фундамента, но не перестаю повторять то, что фундамент – это тот тип анализа, который дает лишь представление о долгосрочных трендах. И не нужно, опять же, искать ответы того, что произойдет с тем или иным инструментом там, через несколько часов, либо в рамках дня, на основании тех отчетов, которые мы анализируем. Фундамент позволяет нам понять, чем руководствуются регуляторы отдельных стран,
какие цели они придерживаются, достигают ли они прогресса по поставленным целям, и что может произойти, опять же, с монетарной политикой на основании изменения в различных секторах и по мере приближения, собственно, к реализации тех целей, которые ставится изначально. Поэтому мы встречаемся с вами каждый день, чтобы быть в курсе всех событий, чтобы знать то, что на рынке происходит, не забывать о важности фундаментального анализа и чтобы вы всегда имели представление о том, чем сейчас руководствуются трейдеры на финансовых площадках, что влияет на поведение основных активов рынка Форекс. Мы периодически обращаем внимание еще и на фондовую секцию. Для нас классическая ключевая бенчмарка – это индекс S&P. Мы все-таки готовимся к коррекции, однако все-таки быки проявляют завидную стойкость и находят больше позитива для того, чтобы этот сектор держался по-прежнему на исторических максимумах, регулярно их переписывая. Но всему приходит конец, друзья, особенно такому перегретому состоянию, которое характеризует американскую фондовую секцию. Поэтому я лишь только хочу пожелать вам удачи, если вы торгуете через длинные позиции, потому что каждая открытая сделка сейчас на покупку американского фондового рынка, она, безусловно, сопряжена с большими рисками. Я очень не хочу, чтобы вы попали в ловушку ожиданий, решив, что история повторяется, и обновление исторических максимумов в прошлые периоды не означает то, что эта тенденция, этот тренд прекратится дальше. Все-таки нужно быть реалистом сейчас. Есть риски, опять же, способные повлиять и ухудшить настроение американских промышленников, и это может стать причиной коррекции, опять же, S&P, и по факту перегретости это будет не просто локальная какая-то нисходящая динамика, это будет затяжное снижение, которое может превысить даже 5%. С учетом торговли с плечом, вы понимаете, что риски для депозита могут быть довольно существенными. Ну, об американском фондовом рынке по мере поступления интересных событий я вас буду, собственно, снабжать информацией. Мы о нем будем говорить. Также периодически мы говорим и о рынке криптовалют. Вот в ближайшее время, через 2 недели, в Казахстане состоится конференция АМаркетс, которая посвящена исключительно тематике перспектив инвестирования в криптовалюты. Если у вас есть возможность, опять же, такая региональная, присутствовать на этой конференции в Казахстане, с огромным удовольствием вас всех туда приглашаю. Буду рад познакомиться, увидеться с тем, с кем уже, собственно, знакомы по конференции. Обсудить, опять же, я всегда открыт к таким кулуарным беседам по поводу того, что может произойти, что не может случиться, ну и так далее. В общем, конференция совсем скоро. Я думаю, то, что это начало, опять же, нашего такого очередного гастрольного тура с семинарами, которые будут посвящены в данном случае уже перспективам рынка криптовалют. Уверен, то, что основные города не будут обделены Россией, поэтому мы обязательно имеем очень хороший шанс на то, чтобы встретиться. Самое главное, следите за новостями, будьте в курсе всех, скажем, основных событий, наших планов, опять же, по предстоящим семинарским мероприятиям регионального характера. Ну ладно, друзья, давайте теперь перейдем к нефтянке, поскольку мы традиционно стартуем именно с этого актива. Затянули с вступительной частью, но попробуем быстренько сейчас пробежаться по нашим традиционным активам, которыми спекулируем изо дня в день и фундамент которых мы не игнорируем. Рынок нефти. Как и в начале, собственно, прошлой недели, мы говорили о том, что котировкам очень трудно закрепиться выше 58 долларов. Собственно, бренду так это и не удалось сделать. Мы сейчас находимся фактически в одном шаге от возвращения к поддержке в 55 долларов за баррель. Все-таки позиции медведей локально оказались сильнее. И несмотря на присутствующую поддержку, тоже локального характера, кто-то по-прежнему ставил на прежние прогнозы Международного энергетического агентства, кто-то искал поддержку в статистике по запасам. Кстати, на прошлой неделе очень странно было видеть эту статистику со знаком минуса, потому что мы до этого буквально за несколько дней констатировали все-таки сохранение высоких
показателей недоиспользования производственных мощностей из-за того, что не восстановлена деятельность после последствий урагана Харви. Может быть, это случайность. Если это так, то на этой неделе мы уже снова будем говорить о статистике со знаком плюс. Но все-таки она скоро. Я предлагаю придерживаться все-таки такого логичного подхода, то, что так быстро от последствий ураганов, тем более таких разрушительных, как Ирма и Харви, американской нефтянке оправиться не удастся, как ни крути. Сохраняются еще и показатели простоя, что должно все-таки выливаться в рост запасов из-за того, что снижаются объемы переработки. В случае, если запасы у нас вырастут, это несомненный дополнительный медвежий сигнал для котировок нефти. Да и, собственно, даже прошлый отчет, когда запасы снизились, особой поддержки для нефтянки мы не получили. Трейдеры на текущий момент делятся на два лагеря. Это на тех, кто все-таки верит в еще больше рост нефтянки и возможный уход выше $60 за баррель. Ну и, разумеется, те, кто считает, что нефть начала корректироваться и ближайшей целью является удачное тестирование поддержки $55 за баррель и уход ниже. Каждый из этих лагерей трейдеров базируется и, опять же, торгуют своим фундаментом. Покупатели по-прежнему делают ставку на последствия референдума, который состоялся на прошлой неделе на севере Ирака, в Курдистане. Эти последствия, как мы знаем, мы сразу же обозначали два риска. Либо это массовые беспорядки, которые априори должны были привести к изменению, сказаться на работе функционирования нефтепроизводственных мощностей Ирака, в данном случае вот этого северного региона. Второй момент риска был связан с тем, что соседние государства будут, опять же, очень негативно реагировать на итоги этого референдума, и это тоже может спровоцировать определенный перебой поставок. Это, кстати, наиболее вероятная тема, поскольку сразу после референдума мы помним довольно жесткие комментарии Раджепа Эрдогана, руководителя, собственно, президента Турции, который пригрозил остановить экспорт курдистанской нефти. И действительно, основной экспорт идет именно через турецкие порты. Высокие показатели поставок, свыше 500 тысяч баррелей в сутки. Ну и, конечно же, это настолько значительная цифра, что рынок был абсолютно правомерен в своей реакции на рисках того, что это потенциальный негативный сигнал, поскольку, точнее, позитивный сигнал, поскольку могут возникнуть проблемы даже с дефицитом предложения. И другой лагерь трейдеров, которые под конец недели получили достаточно позитивы для себя, это те, кто делает ставку на снижение нефти, поскольку количество нефтяных терминалов сланцевых буровых в Штатах снова увеличилось, в этот раз плюс 6 единиц. Это тоже было вполне прогнозируемо и ожидаемо. Мы надеялись на то, что при таких ценах на нефть будет правильно, опять же, сланцевому бизнесу наращивать производство, потому что эффективность этого бизнеса, так же как и рентабельность, увеличивается. Это сулит еще больше экономические блага, тем более, что американские производители сейчас как никогда, ну, все звезды для них сложились, чтобы были очень хорошие возможности для роста экспорта, учитывая то расхождение в стоимости контракта, которое мы сейчас наблюдаем между американским WTI и, собственно, сортом Brent. И это расхождение держится по-прежнему на отметке в $6, конечно же, повышая привлекательность американского сорта нефти, повышая и его спрос. Поэтому у медведей тоже было достаточно аргументов, тем более, что сланцевое производство увеличивается. Отчет прошлой среды показал то, что прирост недельной добычи снова был довольно существенным, примерно плюс 50 тысяч баррелей в сутки. И, соответственно, текущий объем добычи 9,55 миллиона. Это снова ничто другое, как максимум 2015 года. Поэтому были и причины снижения цен. Ну, судя по тому, что все-таки под конец недели мы активно снижались, возвращаясь к нашей с вами ближайшей цели $55 за баррель, все-таки продавцы были большими
скажем, молодцами в данном случае. Они получили больше сигналов, и их позиции оказались гораздо крепче. Пересилили они покупателей и, соответственно, продолжают это делать и на текущий момент. На азиатской сессии снова у нас котировки нефти снижаются. Я думаю, что при определенном статистическом раскладе на этой неделе, ну, при росте запасов нефти, при очередном увеличении количества нефтяных терминалов, перевес снова будет на стороне тех, кто поставил на сел этого актива. Друзья, я считаю то, что нефть действительно имеет, как всегда, больше шансов на снижение. Напоминаю то, что администрация энергетической информации 3 недели назад сообщила о том, что нам, как трейдерам, стоит готовиться к октябрю, как еще одному месяцу роста сланцевой активности. Ожидается прирост на 79 на 80 тысяч, учитывая, какими шагами, собственно, идет сланцевый бизнес по приросту добычи в последние недели. Я думаю, что это даже были весьма скромные прогнозы, поскольку истинный прирост может оказаться еще более существенным. А почему Штаты провоцирует ослабление нефти? Да потому что Штаты – это тот самый регион, который ставит под сомнение эффективность всей сделки ОПЕК. Мы о ней, безусловно, продолжим говорить по мере появления каких-то интересных новостей, но пока что их нет. До ноябрьской встречи еще очень далеко, 8 недель полноценных. Я думаю, то, что нам постепенно можно все-таки готовиться к тому, что сделка будет очередным, скажем, в формате встречи безрезультатной, никаким серьезным изменениям не приведет. Нефти пора уже стоить ниже, пора стоить ниже 55 долларов за баррель. А российской валюте нужно уже постепенно смещаться в район 60. Сейчас котировки нефти находятся под давлением, поэтому я ожидаю то, что открытие будет текущей недели неудачным для российской валюты, и мы против доллара снова будем, опять же, на грани тестирования сопротивления 58 рублей за 1 американский доллар. Нам нужно оказаться выше этой планки, чтобы уже говорить о походе в район 60. Но то, что девальвационное будущее не оставляет в покое рубль, это факт. По мере еще большего ослабления нефтянки, это станет понятным еще большему количеству трейдеров. Евро против доллара продолжает оставаться на отметке 1.17, чуть выше 1.17.50. То есть важно, что мы ниже, собственно, сопротивление 1.18. Я надеюсь, то, что вы все прекрасно понимаете, с чем связана слабость европейской валюты. Связывается, опять же, это и с ростом доллара, который все более и более очевиден. Связывается это также с тем, что все больше разговоров на рынке о том, что Европейский центральный банк будет привержен. Собственно, так же, как и ФРС. Если ФРС политики более высоких процентных ставок, то Европейский центральный банк привержен прежнему вектору режима. Это низкий процентным ставкам и огромным по своему ассортименту выкупаемых облигаций, огромной к программе количественного смягчения. Я начал сегодняшний брифинг с того, что отметил, что на прошлой неделе выступал главный экономист ЕЦБ Питер Пратт, который традиционно известен своими ультрамягкими взглядами на денежно-кредитную политику. Он, собственно, остался верен своим прежним взглядам, поскольку сделал акцент на то, что ЕЦБ до сих пор не обсуждал возможность выхода из программы количественного смягчения. Это тут же стало причиной дополнительного давления на евро. Еще большим негативом для главного валютного риска выступила статистика по индексу потребительских цен, потому что общий показатель инфляции, может быть, и остался на прежнем значении в 1,5%, все равно крайне далеко от цели в 2%. Но что было еще более важным, это базовые значения инфляции, которые скорректировались с 1,3% до 1,1%. 1%. Это тот показатель инфляции, которому плевать на цены на продукты питания и на цены на энергоносители. То есть это показатель, который отражает именно истинные значение потребительской активности и, собственно, состояние сектора потребителей, их активность с точки зрения потребления, желание тратить все свободные денежные ресурсы, которые имеются. Поскольку базовая инфляция продолжает снижаться, это очень тревожный сигнал, который может стать предвестником большего спада экономического роста. Отчеты по экономическому росту еврозоны у нас уже совсем скоро. Но я думаю то, что окончание 2017 года будет гораздо хуже, нежели прочили, опять же, и монетарные власти, ЕЦБ еще квартал назад. Поэтому Европейский центральный банк как
как ни крути, обязан сигнализировать о том, что и ставки будут низкими, и программа количественного смягчения, как минимум в прежних объемах, сохранена, что позволяет нам, будучи долгосрочными трейдерами, снова делать акцент на расхождение монетарных политик ФРС и ЕЦБ, ну и, разумеется, не отказываться от короткой позиции по евро. Надеюсь, то, что вы приняли верное решение после того, как пара евро-доллар оказалась выше отметки 1.20. Вы слышали о тех рисках, которые я вам обозначал изо дня в день, из недели в неделю, то, что насколько чреват высокий курс евро для показателей инфляции, и, соответственно, воспользовались ситуацией и очень выгодно продали евро. Поэтому сейчас надеюсь, то, что вы уже в нормальном профите, но если, собственно, все-таки верите еще в рост европейской валюты, я советую вам еще раз переосмыслить то, о чем говорится и мной, то, о чем говорится во многих, собственно, статьях, которые посвящены перспективам евро, и еще раз взвесить вот эти все за и против и найти для себя наиболее железобетонный аргумент того, что может произойти с этим активом. Я надеюсь, то, что вы услышали тот посыл, который я уже транслирую на протяжении многих месяцев подряд, и знаете, что евро остается одним из основных аутсайдеров. Доллар японская иена. Здесь мощная поддержка пришла со стороны Джанет Йеллен, которая отметила, что отныне ФРС не таргетирует, опять же, показатель инфляции с точки зрения, опять же, влияния этого индикатора на действия по монетарной политике, по росту процентных ставок. И сообщила о том, что для того, чтобы предотвратить перегрев рынка труда, способный оказать еще больше давления на инфляцию и привести к рецессии экономики, ФРС будет продолжать ужесточать политику, даже несмотря на то, что индекс потребительских цен находится на низком значении. Это мощный сигнал, друзья, это еще одно подтверждение крайне жесткой политикой, от которой американский регулятор отказываться не будет. Поэтому вероятность роста процентных ставок в декабре уже подбирается к 90%. Я думаю, что сломать уже такой показатель и такую уверенность трейдеров не сможет ничто. Тем более, что впереди у нас, опять же, еще блок статистики по штатам, но мы изначально готовы к тому, что статистика может больше разочаровать, точнее не разочаровать, а оказаться хуже, чем прошлые показатели, потому что мы знаем, что на эту статистику негативным образом повлияют последствия ураганов. Я не просто так делаю акцент на это опять же, еще одна ремарка в сторону тех, кто считает, что раз статистика предстоящая окажется хуже прогнозов, значит это будет сигналом, из-за которого ФРС свернет с тропы более жесткой монетарной политики. Забудьте вообще о такой позиции и можете быть уверенными в том, что такое мнение, оно неверно. Потому что ФРС будет повышать процентные ставки, что должно было приятным образом сказаться на динамике доллара. Я считаю то, что тренд снижения американцев зашел уже слишком далеко, и пора бы знать честь и покупателям, уже проявить себя во всей красе и толкнуть американца выше текущих значений. Помимо того, что мы абсолютно уверены в том, что ставку повысит, у нас есть еще и очевидный прогресс по налоговой реформе. Не то чтобы план был представлен, а уже фактически эта реформа в окончательной версии редакции и вот-вот будет принята. Ставки, как и ожидалось, будут снижены что для физиков, что и для юридических лиц. Очень много критики сейчас относительно того, что из-за этой реформы выигрывают только наиболее богатые американцы и крупные корпорации. Но мне кажется, эта критика абсолютно бредовая. Ну, конечно же, они выигрывают, потому что речь идет о том, чтобы вернуть, репатриировать капиталы компании обратно в страну, для того, чтобы эти деньги вкладывались в производство непосредственно в США. Инвестиции и дополнительный капиталовложение – это то, что будет создавать новые рабочие места и способствовать росту заработных плат. Здесь нужно понимать, друзья, что если выигрывает сектор, выигрывают и отдельные домохозяйства, частные потребители. Поэтому особого негатива здесь, конечно же, искать не нужно. Я надеюсь, то, что вы более прогрессивно мыслящие в этом плане, нежели чем те, кто считает, что налоговая реформа так и не будет реализована в таком формате. И понимаете то, что позитив, еще связанный с этим, будет добавлять еще больше поддержки для доллара. Параллельно с этим, по статистике, годовые данные по ВВП 3,1% с
прошлого показателя в 3%, это оценка за второй квартал, но в годовом эквиваленте. Самый лучший и сильный рост за последние 2 года. Личные доходы выросли на 0,2%, личные расходы выросли на 0,1%. И сегодня я обратил внимание на очень сильный спред доходности между японскими облигациями и долларом. Это важный сигнал для тех, кто торгует парой доллара японской иены, потому что спред доходности, который превышает 220 пунктов, безусловно, играет на руку повышенному спросу на доллар и уходу капиталов именно в американские облигации, что будет подстегивать ралли именно по американской валюте. И по мере движения пары доллар-японская иена в район 113, особо спред доходности не изменился. Поэтому это очень неплохая поддержка для будущего роста пары. В коем случае не игнорируйте эту действительность. И на фоне того, что уже было подчеркнуто по действиям монетарных властей и практически уже на грани реализации налоговой реформы, думаю, то, что доллар японской иены по праву может шагать выше текущих значений и тестировать сопротивление 115. Единственный негатив, он может снова прийти со стороны эскалации напряженности в отношениях США и Северной Кореи, но несмотря на снова крайне неадекватные высказывания, которые звучали со стороны Северной Кореи на этих выходных, рынок пока что нейтрален к реакции. Может быть, подустал уже реагировать на вот эту словесную перепалку, которую многие уже характеризовали как лай собак. И хорошо, что дальше слов дело не двигается. Надеюсь, то, что американец на этой неделе получит поддержку и от предстоящих релизов, и от Non-Farm Payrolls, и от показателей по росту заработных плат. Но опять же, если статистика будет хуже прогнозов, мы знаем, с чем это будет связано, поэтому особо продавать американцев торопиться не будем. Фунт против доллара, британская валюта против доллара держится на отметке 1.3359. Регулярно мы слышим подтверждение прежнего курса политики Банка Англии. Это и Энди Халл на прошлой неделе сигнализировал о том, что, собственно, рост стоимости заимствований будет хорошей новостью для английской экономики. И Карни, который возглавляет Банк Англии, также сообщил о том, что сейчас британский регулятор как никогда близок к первому за последние 10 лет решению по росту процентных ставок. Это, конечно же, спекулятивная мулька, очень интересная, потому что на таких комментариях можно действительно поверить то, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки. Но мне кажется, то, что это решение на фоне, собственно, выхода Англии из состава Европейского Союза, на фоне крайне низких значений по экономическому росту, собственно, ВВП, на прошлой неделе статистика указала на то, что экономический рост снизился с 1,7% до 1,5%. На фоне слабых данных это бредовое решение. Но спекулятивный интерес – это отдельная тема. Мы помним, что буквально 2 недели назад на этом спекулятивном интересе относительно подобных изменений монетарной политики пара фунт доллара чуть ли не долетела очень быстро до отметки 1.40, но пока не хватило силенок. Я считаю, друзья, то, что сейчас, если уж и спекулировать британцам, то только с точки зрения роста этого актива. Потому что, видимо, позиция британского регулятора через словесную риторику подогреть интерес к возможности таких изменений связана с тем, что они планируют реально через укрепление курса национального валюты сбить показатели инфляции. Но только через курс, не через решение непосредственно о росте процентных ставок. То есть они хотят, чтобы спекулянты сделали за них всю работу. Я тоже не хочу, чтобы вы попали в ловушку, опять же, избыточных ожиданий того, что Банк Англии не все-таки предпримет никаких изменений, значит, фунт будет снижаться и дальше. Считаю, что все-таки больше вероятности сценария сейчас это рост британца и снова закрепление выше отметки 1.35. Хотел еще было рассказать вам про итоги 4-го тура переговоров по Брекзиту, но все-таки уже мы с вами затянули, прошу прощения, это все-таки моя вина.
Давайте тогда вернемся к этой теме уже в ходе завтрашнего брифинга. Обязательно расскажу, в чем сейчас подводные камни по согласованию вопросов о правах человека, границе с Ирландией и вопрос вот этого пресловутого финансирования и, скажем, фискальных налоговых обязательств, которые до сих пор Еврогруппа возлагает на Англию. Англия, в свою очередь, не хочет их погашать. В целом, по британцу позиционирование остается длинное, и я считаю то, что не нужно торопиться сейчас с продажами. Вообще можно не торговать сейчас фунтом, это только те, кто любит рисковать. Ну, а если уж хотите рискнуть, то поставьте на укрепление этой пары, на рост фунта. Доллар-канадец продолжает ролировать на последних комментариях Стивена Полза о том, что до конца этого года мы не увидим очередного решения о росте процентной ставки, потому что Полоса счел необходимо сделать ремарку на то, что прежние решения о росте процентных ставок привели к ухудшению ситуации с задолженностью домохозяйств. Я напоминаю то, что у Полоса в прямом смысле 7 пятниц на неделе, его позиция легко может измениться на абсолютно жесткую уже в ходе следующего заседания, поэтому длинные позиции по паре USDCAD на текущий момент кажутся мне тоже крайне рискованным предприятием. Лучше же снова поверить то, что Банк Канады до конца этого года так и останется непредсказуемым, собственно, регулятором, который будет периодически возвращать идею на рынок о том, что готов к еще одному росту процентных ставок. В общем, если по тем активам, которые мы традиционно разбираем с вами изо дня в день, у нас сохраняются прежние прогнозы и взгляды, то в отношении фунта против доллара и пары доллар-канадец я рекомендую, если вы все-таки краткосрочные спекулянты, не заниматься сейчас трейдингом этими дуэтами валютных активов, а лучше находиться в стороне от них, как говорят, посидеть на заборе, посмотреть за тем, как ситуация будет развиваться дальше. Но если хотите все-таки рискнуть, то моя субъективная рекомендация и мое видение указывают на то, что у пары фунт-доллар есть больше шансов вырасти, собственно, так же, как и у пары USDCAD снизится. Новозеландец отходит от политики, необходимости ее формирования, опять же, поскольку никто не получил необходимого большинства коалиционного правительства, это приводит к снижению новозеландца против доллара, котировки на текущий момент 0,7187, вы помните, наша с вами цель 0,71. Австралиец ровно в одном шаге, то есть в одном дне от решения по процентной ставке, конечно же, их не изменит, ее оставят на прежнем уровне 1,5%. Нас, как и всегда, обещает порадовать руководство Резервного банка Австралии своими ультрамягкими комментариями и приверженностью мягкой экономической политики. Австралиец против доллара сейчас торгуется на отметке 0,7814. Вы помните, что наша с вами ближайшая цель – это поддержка, собственно, 0,78. Там можно будет частично закрыть короткие позиции и следить в более предвзятой, скажем, обстановке и с большей объективностью за тем, что с этим активом произойдет дальше. Американский фондовый рынок вдохновлен предстоящей реализации налоговой реформы, поэтому переписывает новые и новые локальные исторические максимумы. S&P у нас сейчас на отметке 2519 пунктов. Ну, в начале брифинга уже отметил, что лучше больше на рост этого актива не ставить. И биткоин у нас снова приближается к историческим максимумам. Уже фактически 4500 долларов за одну единицу данного эталона криптовалюты дают, но параллельно с, собственно, позитивом, который мог бы стать поддержкой для этого актива, не забывайте про крайне насыщенную, скажем, порцию и негатива, который все начался с Народного банка Китая, потом еще и был поддержан регулятором Южной Кореи, которые также запретили операции ICO. Пока что трансляция по другим регуляторам этих ограничительных мер не последовала. Но я все-таки считаю, что тот фундамент, который появляется сейчас на рынке, недостаточен, чтобы так лихо перебороть негатив. Поэтому, если и спекулировать на текущий момент, то только с точки зрения поиска технических уровней для продажи с максимально короткими стопами. Для длинных позиций еще время не пришло. Друзья, из важных событий сегодня в 11:30 у нас производственная активность по Англии. На этой неделе, как вы помните, уже
целый блок статистики по производственной активности, по строительству в сфере услуг. Но я думаю, что, учитывая последние отчеты по экономическому росту, которые отражают, собственно, состояние этих секторов, я думаю, что цифры будут все хуже и хуже. И в 17:00 сегодня индекс АСМ разгона инфляции, активность в производственном секторе. Здесь, по прогнозам, у нас прирост, на который мы и также будем делать ставку. А значит, было бы классно, чтобы сегодня до конца дня мы бы с вами по паре доллар-иена добрались до отметки 113.50. Это было замечательно начало недели, на котором можно было бы продолжить ралли с целью в 115 йен против доллара. Собственно, друзья, на этом все. Как и обещал, попробовали охватить события последних двух полноценных торговых сессий прошлой недели. Соответственно, сегодня пройдет еще вебинар, который будет посвящен основным событиям, опять же, завершенной пятидневки. Если есть возможность, с удовольствием вас всех приглашаю. У тех, у кого нет возможности, увидимся тогда завтра на нашем очередном брифинге, который, как и всегда, состоится в прямом эфире через Перископ в 9:30 по московскому времени. Хорошей вам торговой сессии, хорошей недели. Не забывайте руководствоваться классикой риск-менеджмента и контролировать загрузку ваших депозитов. Всего доброго, до свидания.